И Крутов в атаке у нашей команды. И внимание, дорогие друзья, смотрите, что сейчас делает Владимир Крутов. Он обманывает Лефира, выходит один на один и забрасывает пятую шайбу. Великолепный, бесподобный гол Владимира Крутова. В меньшинстве. Не забывайте, что сидит Касатонов. Вся команда. 5-1. 5-1. А играть еще в третьем периоде, я напомню, для любителей.